каждый из нас должен понимать, что он вот именно работает, живет вот на благо своей малой родины. Ну, для кого мы еще должны что-то делать, да, как не для своей родины? У нас сегодня в городе проживает 95 тысяч населения, в целом в районе 136,5 тысяч населения. Здесь проходит такая транспортная магистраль на запад, железнодорожная ветка. Здесь исторически проходит та же самая дорога Минск-Вильнюс, да, которая когда-то тоже была торговой. Все-таки это как бы окно, можно сказать, в Европу. Вот. Численность населения вот, тоже играет очень большую роль, потому что сегодня Молодечинский район один из тех регионов, который по плотности населения чуть ли не самый высокий в республике. Поэтому мы тоже этим гордимся, что у нас есть люди, у нас есть трудовой ресурс. Конечно, есть миграция не без этого, потому что близость Минска, это говорит о том, что люди едут туда на работу. Но тем не менее хочу сказать, что у нас создаются вот более 20 промышленных предприятий ежегодно. Пусть они не такие большие, но тем не менее до 100 рабочих мест создаются ежегодно такие предприятия. Парк Победы. Чем он уникален? Тем, что в 2011 году здесь сделаны озера, которые сегодня привлекают вот, именно жителей. Этими большими фонтанами, которые сегодня подсвечиваются. Здесь также был построен амфитеатр на 2600 зрителей, в котором ежегодно проходит национальный фестиваль белорусской музыки и поэзии. Вот в следующем году этот фестиваль будет юбилей. Ранее, в 2002 году, это тоже является нашей достопримечательностью, был возведен дворец культуры. 2002 год, кстати, вот именно с участием президента, глава нашего государства, открывал этот дворец культуры и среднюю школу номер 14 в городе Молодечно. Вот, также был построен новый микрорайон 11 в городе Молодечно. Это въезд в наш город. Вот, развивается инфраструктура. Мы, конечно, гордимся нашей системой образования. В хорошем состоянии, можно сказать, в идеальном состоянии сегодня содержатся наши детские сады, школы. В ближайший год мы начнем строительство нового детского сада начальной школы, который так необходим для горожан. Он будет располагаться в 11 микрорайоне. У нас сегодня вот разрабатываются проекты, и мы будем строить новые микрорайоны для людей. А это десятки тысяч квадратных метров жилья. Вот согласно генерального плана, до 2030 года у нас будет, планируется возвести 450 тысяч квадратных метров жилья. Это говорит о том, что город живет, город развивается. Мы гордимся нашим городом, красотой нашего города, потому что у нас красивый не только центр, а в целом весь город, он вот, с точки зрения архитектуры выстроен правильно, выстроен логично, вот. Он чистый город. И, кстати, люди об этом говорят. И говорят, благодарят за то, что поддерживается такой идеальный порядок. Ну, самое главное, конечно, мы гордимся нашими людьми. Это самое главное. Людьми, которые здесь трудятся, которые здесь работают, которые здесь созидают, создают. Вот. Создают именно вот комфорт для проживания себя, своих семей, своих близких ради будущего нашей страны.